Среди наиболее масштабных проектов, с которыми Краснодарский край выходит в этом году на форум, много предложений в сфере АПК и переработки. Например, проект создания в Белореченском районе высокотехнологичной свинофермы. В пакете инвест-предложений края и целый ряд инфраструктурных проектов, в их числе строительство в промзоне станицы Павловской очистных сооружений. Значимым для развития туристской инфраструктуры является и проект комплексной застройки набережной в Темрюке. Предложил край вниманию инвесторов и крупный проект создания в Туапсинском районе туристско-рекреационного комплекса «Анастасиевские поляны». Напомню, в этом году Международный инвестиционный форум пройдет с 1 по 4 октября. На его официальном сайте уже опубликована деловая программа. Главная тема – от антикризисных мер к новому этапу развития. Сегодня в фокусе внимания бизнеса и инвесторов – новые возможности, которые, в частности, подарили российской экономике введенные санкции.